Ну вот сразу вспоминается 1987 год или 8-й, когда я постоянный посетитель концерта в городе Сочи с родителями. Родители мои очень любили ходить на концерты, я, разумеется, с ними. Оказался на концерте Валерия Яковлевича Леонтьева. До этого все, что я видел, просто выходили певцы, вставали около стойки и голосили. И тут выскакивает человек с огромной шевелюрой, с огромной подтанцовкой необыкновенной девушки в купальниках, еще что-то. Он сам в каком-то серебре, в латексе, ну, инопланетянин. И я потерял дар речи надолго и сказал маме: «Мама, я тоже хочу быть артистом». И я недавно об этом Валерию рассказал. Он сказал: «Андрюш, мне очень приятно, что вот ты вырос таким нормальным пацаном».